Добрый день, с вами сад Хризантем. И хочу рассказать про такую тему, что мы делаем с цветами, которые после зимы комнатные вытянулись или обессилены. Возможно, вам достался вот такой вот цветок, где-то там знакомые дали, подарили. Вот этот вот, эта история этого растения. Я уже показывала, какие у меня. Они растут. Я подарила своим соседям. Но вот после 2,5 месяцев она мне принесла обратно некоторые цветы и говорит, что вот не знаю почему, но не растут, не хотят, не может. И в итоге как бы лучше, говорит, у тебя пускай растут, а потом мне на лето дашь. Ну, суть в этом какая? Вот на данный момент он у нас, видите, перерос, весь вытянулся. Стебли оголились, шоколадница, да? Что мы делаем? Мы берем и делаем стрижку. Жесткую. Возможно, кто-то скажет, что слишком много. Но на самом деле это будет намного лучше. Смотрите, я обрезаю макушку. Оставляю вот такой вот стволик. Посмотрите, раз, два, три. По 3-4 пазуха есть на каждом веточке. Раз, два, три. Вот этот можно даже еще вот так вот сделать. То бишь отсюда везде пойдет поросль, и цветок будет намного красивее. Он станет пышным. К тому времени как раз весна наступит. И можно будет вынести во двор. Очень красивое растение. Сочетается практически со всеми летниками. Очень декоративное, насыщенно розово-фиолетовый. Как видите, вот он тут такой вот насыщенный зеленый цвет, а подложка у него получается фиолетовая. Неприхотливое растение. Домашняя, комнатная. Легкий. Вообще он очень легкий в уходе. Единственное, то, что ему, конечно, требовалось, это солнечное место. На подоконнике желательно. У нее, скорее всего, это было в тенечке. Ну и, как сами видите, засушенное. Надо было все-таки как-то и землей пригорнуть. Скорее всего, вот просто как-то вот, ну, нету полноценного ухода за растением. Все листики, обязательно все листики убираем. Подчищаем. Земельку я добавлю, досыплю. Так. Мне не нравится чуть-чуть. Я еще вот такую коррекцию сделаю. Так, чтобы это все-таки было более компактно. Плотно цветущее. Ну, наверное, вот так вот. Вот тут вот уберу даже вот это лишнее, потому что оно будет мешать, чтобы свободнее было растение. Так вот. Что-то это за веточка какая-то ни туда, ни сюда. Угу. Все. Вот так вот обрежу. Тут вот уберу еще. Вы сами смотрите, как оно вам надо. Но чем оно компактнее будет, потом обильно пойдут, везде пойдет поросль, оно обрастет и будет очень красиво. Там, где просто очень много веток, будет сложнее самому растению. Вот это тоже уберу. Так и просится вот это убрать. Все, а то я сейчас точно все обрежу. Все, на этом мы оставляем. Земли досыпаем и убираем.
Что мы делаем вот с этим всем добром? Отрезаем. Если вам, конечно, много надо, вы можете отрезать и макушку. Вот эти листики нижние убираем. Само по себе растение в воде очень хорошо укореняется. Если вы хотите свою грядку прям сильно... Нет. Если вы хотите, чтобы много у вас такого растения было, да, такого, можете взять и пазушные, промежуточные стволики, да. Они тоже дадут хороший поросль. Хорошую корневую систему. Если зацвело, если цветет, вы это просто убираете цветок и ставите. Я даже не брала такое. Мне его много не надо. У меня есть хорошие растения, более крепкие. Это просто показываю как пример. А вообще, конечно, советую завести такой цветок. Очень приятная, очень красивая зелень. Сейчас я вам покажу его. Ну, выбираю самые-самые крепкие, да. Все. Мне даже этого много. Это все я убираю. Что делаем? Вода. Можно кипяченую, можно отстойную. Ацетиловая кислота. Таблеточка на пол-литра. Тут у меня пол таблетки. Можно ложить, можно не ложить. На вас выбор. Можно активированный уголь положить. И... ставим наши черенки. Я специально взяла и промежуточные, и верхушечные черенки, чтобы потом вам показать, насколько они укоренились. Как укоренились. Какие лучше дали корешочки. Все. Желаю вам успехов.